Впервые группу «Ласковый май» и очень трогательный мальчиковый вокал с такой очень нежной, слезливой песней про белые розы я услышала, когда училась в 8 классе, и моя подружка Вита Еременко притащила кассету и сказала: «Девчонки, это бомба». И действительно, это была бомба, потому что все рыдали, все страдали именно под группу «Ласковый май». Когда в 90-м году я уже была известной артисткой Наташей Королёвой и исполнила свой хит про желтые тюльпаны, мы впервые где-то в закулисье повстречались с легендарным «Ласковым маем» и его солистом Юрой Шатуновым. Такой очень был общительный, добрый парень. Сразу чувствовалось, не было никакого налета такой большой звездности. К сожалению, наши пути как-то очень расходились и никогда не сходились. Очень редко, иногда за кулисами, где-то на каких-то концертах мы встречались, обменивались: «Как дела? Привет!» И на этом все. К сожалению. Когда-то в проекте канала Муз-ТВ была такая задумка на премии музыкальной сделать такую коллаборацию двух артистов, ярких артистов 90-х, Юру Шатунова с песней «Белые розы» и Наташу Королёву с песней «Желтые тюльпаны». Но этой прекрасной идее не суждено было исполниться. Светлая память светлому мальчику из моего детства, Юре Шатунову.